Турецкая оппозиция объявила соперника Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Им станет 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он председатель Народно-республиканской партии. Ее основателем был, я напомню, первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. В случае победы Кылычдароглу на выборах оппозиция предлагает ограничить некоторые полномочия главы государства. Их цель – это укрепление в стране парламентской системы. Отмечу, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам, а само голосование состоится 14 марта.